У минулые выходные у 12 городах и райцентрах Придвинского краю прошли зимовые спортивные святы. Наша здымочная группа отправилась у городок на Веробьевы горы, где прошла генеральная репетиция на передодні Витебской лыжни 2019. Тему протягне Сергей Мисурагин. Районная спортивная свята «Городоцкая лыжня-2019» все это просвечено 75-й годовине вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. На одной из лепших у республики лыжных трах собрались сопроставники усіх подпроемству и организации райцентра. Перадолить дистанцию вышли и керавництво района, урачи, наставники, студенты и школьники. Девиз поборництва олимпийский – головное выступить, а не перемахчи. По возможности после работы трасса хорошая, трасса освещается, поэтому после 5 часов городочане, скажем, довольно много катаются здесь, поэтому тренируемся. Подтримать удельников лыжных спаборництв приехал и старшиня областного совета депутатов Владимир Тярентьев. Городовский район – его выборчая круга, и он заусёды у курсе мясцовых справ. Для того, что треба было убачить, в каким стане находится лыжная трасса. Простый день на премию удельников Витебской лыжни 2019. Здесь сегодня созданы самые хорошие условия для именно занятий лыжами, биатлоном. Ну и учитывая то, что на следующей неделе здесь пройдет уже наша областная лыжня, надо было посмотреть сегодня. Ведь по сути дела сегодняшнее мероприятие – это как генеральная репетиция перед проведением больших областных стартов. А тем часом на трассе на Воробьевых горах стало по-соправдному горача. Почался самый видовищный вид спаборництва – лыжная эстафета. Болельщики не затихали ни на секунду, подтримливаючи удельнику своей команды. Поболеть за своих родных, близких, за своих исполкомовцев, побыть рядом, почувствовать эту атмосферу спортивного духа. Старшиня Градовского райвыконкама Петр Карабач так само вышел на лыжню. Пробегши несколько километров, для него стало звыклой справой. Только особистым прикладом можно затекавить людей заниматься лыжами и вести здоровый лад життя. Здравствуйте, команды, которые у нас есть, организации. Все приняли участие. Это, наверное, сильнейшие лыжники, которые есть. Я думаю, что они все тренируются, все занимаются. Конечно, нам, как исполкому, было приятно принять участие в этой эстафете. Посмотреть свои силы в преддверии предстоящей областной лыжни. Поэтому я думаю, что сделаем какие-то выводы, какие-то что-то доработаем и уже будем готовы более-менее лучше. Не менее захопляльное действие разгорнулось и на шматликих спортивных пляцовках. Тут шли спаборництва по узняти гиры и футболе на снеге. С певыми и танцами настрой просутом сдавали коллективы мастацкой самодеятельности. Ой, все очень хорошо, мне тут очень нравится, и я сюда прихожу очень часто. Праздник замечательный, все довольные, счастливые, танцуют, поют, наслаждаются природой, красивым воздухом. Ну и, конечно же, лыжня замечательная. Мы приехали с семьей поучаствовать в каких-нибудь мероприятиях. Хотим на лыжах покататься. Нравится трасса, которая сделана по лыжам. Нравится, которая для детей отдельно сделана. Одним словом, проигравших на этом зимовом святе не было. Усе знайшли справу по душе. Спортивно отпочили и зародились остановчими эмоциями на целый тыдень. Сергей Мисурагин, Леонид Тамола, новини Витебска.